Казахская или русская? Я сам не знаю, какая у меня душа. Никак бы не дал преимущество для малороссиянина не русскому перед малороссиянином. Этнически ты, конечно, украинец, хоть и с дальними польскими корнями. Слуги все мои вывезены с родины. Писал я и русские книги. Отец твой, Василий Гоголь, писал комедии для домашнего театра на украинском. Писал и русские куплеты. Да, писал вот это. Доволен я моей судьбой, мой девиз, любимый мой! Что это? Вот мое настоящее начало-начало. Как упоительно, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жаркие те часы, когда холодный полдень блещет в тишине и зное, и большой, незримый океан, кажется, заснул весь, потонувший в неге, сжимая и обнимая в своих прекрасных объятиях. Мертвым душам давай. На украинском! Песля в неделю манила в годах, на летучичек раскрывшим под ритмовых краях. Виском пала души, сельня сгрипани. Кто же меня поперек посылки не жив? Знаете ли вы украинской ночи? Нет, вы не знаете ее. Дорогие мои,
Если все фестончики... Мил, не нарякайся, шьется воробщика, широкие проймы и свет. Ну вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда узнаете. Ну изумляйтесь, вообразите, лифчики пошли еще от меня. Впереди мыском и передний кончик совсем уходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало, в старину, в фирму. Надо даже немножко подложить вату, чтобы была совершенная бельфам. Ну это уж просто, признаюсь. Именно это уж точно признаюсь. Уж вы как хотите, а я ни за что не стану подражать этому. Я сама тоже, право как вообразишь, иногда до чего доходит мода. Ни на что не похоже. Я выпросила сестру выкройку, нарочно для смеху, мила и моя принялась шить. Так разве у вас есть выкройка? Как же, сестра привезла. Душа моя, дайте мир ради всего святого. Ах, я уже дала слово Прасковье Федоровне, разве после нее? Так кто ж станет носить после Прасковье Федоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим. Да ведь она мне тоже двоюродная тетка. Она вам тетка? Еще бог знает какая, с мужниной стороны. Нет, я и слышать не желаю. Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление. Видно, мы совсем уже вам наскучили. Видно, вы хотите прекратить с нами всякое знакомство. Ну что же наш прелестник? Боже мой. Что ж мы так сидим перед вами? Вот хорошо, ведь вы знаете, с чем мы приехали к вам? Уж вы как не превозносите его и не восхваляете, а я прямо скажу и в глаза ему скажу, что он негодный человек. Негодный, негодный, негодный. И послушайте только, что я вам открою. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош. И нос у него самый неприятный нос. Позвольте, позвольте только рассказать вам. Понимаете, это история. Сконопель, эстуар. Какая же история? Ах, жизнь моя, если вы могли представить положение, в котором я находилась, вы обратите, приезжает ко мне протопопша. Протопопша, Кирилл, отца, жена, земляник-то наш, каков, а? Неужто он и протопопша строил куры? Пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Послушайте, только что рассказала протопопша. Приехала ты, говорит, помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть. И рассказывают, и как рассказывают. Вдруг ночь, когда все уже спало в доме, раздается воротостук ужаснейший, какой только можно себе представить. Отворите, отворите! Это будут выломаны ворота! Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник? Кто стучит? Чего расходить? Приезжая матушка. Пусти переночевать. Ишь ты, какой быстроногий. Приехал в какое время. Здесь тебе не проходной двор. Подлищица живет. Вишь, дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи. Да, время темное, нехорошее время. Молчи, дурак. Да кто вы такой? Дворянин, матушка. Я позову барину. Ничего, ничего. В какое-то время вас Бог принес. Сумятица и вьюга такая. С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, до парада ночная приготовить нельзя. А, по крайней мере, знаете Манилова? А кто такой Манилов? Дворянин, матушка. Нет, не знаю. Нет такого. Какие же есть? Бобров, Свинин, Конопатьев. Трипаки, Плешаков. А, богатые люди или нет? Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30. А таких, что по сотне, таких нет. Далеко ли, по крайней мере, до города? Наверное, 60 будет. Как жаль мне, батюшка, что нечего вам покушать. Не хотите ли, по крайней мере, выпить чаю? Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели. Правда, в такой дороге очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эфитинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое время послал Бог! Гром такой, у меня всю ночь свеча горела перед образом. Эх, отец,
Да у тебя вся спина и бок, как у Борова, в грязи. Где так изволился засалиться? А это, слава богу, что только засалился. Повезло, что совсем боков не отломал. Свидетели, какие страсти! Это не нужно ли чем? Потереть спину? А, спасибо, спасибо. А прикажите только ваши девки повычить да высушить мое платье. Эпитиня, ты возьми ихний до кафтан вместе с исподним. Ты просуши перед огнем, как делывала покойнику барину. А после притри выколоти хорошенько. Слушаюсь, сударыня. Вот тебе постель готова. Спокойной ночи. Да, не нужно ли еще чего? Может, ты, отец мой, привык, что тебе на ночь стали пятки? Мой покойник без этого никак не нажимал. А чего? Так что же, коробочка разве молода? И хороша собой? Ничуть. Хороший после этого вкус наших дам. Нашли в кого влюбиться. Да ведь нет. Совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе. Является вооруженным с ног до головы. Вроде... О, Ринальда Ринальдина и требует. Продайте все души, которые умерли. Вас, матушка, хорошенькая деревенька. Сколько мне душ? Душ-то в ней, отец мой, без малого 80. Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что Боже храни. Однако ж, мужички на вид дюжи, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка! Коллежская секретарша. Покорнейше благодарю. А имя, отчество? Настасья Петровна. Настасья Петровна? Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна. А ваше имя как? Ведь вы, я чай, заседатель. Нет, матушка, чай не заседатель. А так, ездим по своим делишкам. А, так вы покупщик. Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево. А ты бы, отец мой, у меня бы, верно, его купил. А вот меда и не купил бы. Что же другое? Разве пеньку? Да и пеньки у меня теперь маловато. Полгода всего. Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, у вас умирали крестьяне? О, батюшка, а 17 человек. И у нас такой славный народ. Все работники. После того, правда, народилась. Да что у них? Все такая мелюзга. А заседатель подъехал. Подать, говорит, оплачивает с души. Народ мертвый. Оплати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец. А такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал. Разве у вас был пожар, матушка? Бог приберег от такой беды. Пожар бы еще хуже. Сам сгорел отец мой. Внутри у него как-то загорелось. Чересчур выпил. Только синий огонек пошел от него. Весь истлел, истлел и почернел, как уголь. А теперь мне выехать не на чем. Некому лошадей подковать. На все воля Божья, матушка. Против мудрости Божьей ничего нельзя сказать. Поступите ко мне, Настасья Петровна. Кого? Да вот этих-то всех. Что умерли? Да как же поступить? Да так, просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них деньги дам. Да как же? Я право в толк не возьму. Мне что, ты хочешь откапывать из земли? Нет, не буду. Это только на бумаге. И души будут прописаны, как бы живые. Да на что же они тебе? Это уж мое дело. Да ведь они ж мертвые. Да кто ж говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые. Вы за них платите. А теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю. Да еще и сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно? Ну, правда, не знаю. Ведь я мертвых-то никогда.
никогда еще не продавала. Еще бы. Это бы скорее походило на дива, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них в самом деле есть какой-нибудь прок? Нет. Этого-то я не думаю. Что ж с них за прок? Проку никакого нет. Я только то и смущает, что они уже мертвы. А теперь примите в соображение, что теперь я плачу за них. Я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги. Понимаете ли вы это? Ну что, по рукам, что ли? Матушка? Право, отец. Никогда не случалось еще продавать мне покойников. Право, я боюсь на первых топорах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может, ты, отец мой, не обманываешь? Они того? Они больше как-нибудь стоят? Послушайте, матушка, что ж они могут стоить? Посмотрите, ведь это прах. Понимаете ли вы, это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку. И тряпки есть цена. Ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно? Уж это точно, правда, что не нужно. Довезти меня только то и останавливает, что ведь они уже мертвые. Очень резонно. Говорит, я не могу продать тебе их, потому что они уже мертвые. Мертвые они или не мертвые, не мертвые, значит, не мертвые, не мертвые. Скандальозу, в общем, наделал ужасного. Вся деревня сбежала, все кричат, никто никого не понимает. Он просто орёт. Орёт, орёт. Да, однако ж странно. Что бы такое могли значить все эти мертвые души? Я, честно, в этом не разбираюсь. Уже во второй раз я слышу про эти мертвые души. А первый когда? А первый про Плюшкина говорили. Конечно, баба. Послушай, матушка, что барин? Нет дома. А что вам нужно? Есть дело. Идите в комнаты. Что ж, барин у себя, что ли? Здесь хозяин. Где же? Что, батюшка, слепы, что ли? Эхва, а ведь хозяин-то я. Я давненько не вижу гостей. Да, признаться сказать, у них мало вижу проку. Завели пренеприличные обычаи ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей корми сеном. Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, а труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделаешь. И такой скверное не то, что сено хоть пупок в целом хозяйстве. Да и в самом деле, как прибережешь его? Слишком маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабах. Того и гляди, пойдешь на старости лет по миру. Однако ж мне сказывали, что у вас более 1000 душ. А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, например,
наплевать в глаза тому, кто это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел подшутить над вами. Вот бают тысячи душ. А поди-ка сосчитай, а ничего и не отчтешь. Последние 3 года проклятая горячка вымолила у меня здоровенно уж мужиков. А позвольте узнать, сколько числом? Душ 80? Нет. Не стану лгать, батюшка. А позвольте еще спросить, ведь эти души вы считаете со дня подачи последней ревизии? Это бы еще, слава богу. Да лих-то, что с того времени до 120 наберется. Правду? Целых 120? Стар я, батюшка, чтобы лгать. 7-й десяток живу. Соболезную. Да ведь соболезнования в карман не положишь. Вот возле меня живет капитан. Черт знает его, откуда взялся. Говорит родственник. Дядюшка, дядюшка. И в руку целует. А как начнет соболезновать, ой, такой подымет, что уши береги. С лица ведь красный. Пеннику чай насмерть придерживается. Видать, спустил деньги, служа в офицерах. Или театральная актриса выманила. Вот он теперь и соболезнует. Но воля ваша, здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое. Уж позвольте, что же, вы полагаете, здесь скрывается? Ну, как вы думаете? Как мы думаем? Ну, все-таки я бы хотела знать, какие расчеты ваши этого мысли. Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души? Мертвые души? Что? Мертвые души. Говорите ради Бога! Это все сделано только для прикрытия. А на самом деле он хочет увести губернаторскую дочку. Уж этого я бы никак не могла предполагать. А я признаюсь, сразу как только вы открыли рот, уже смекнула, в чем дело. Ну каково же после этого институтское воспитание? Ведь вот невинность. Какая невинность? Она говорила такие речи, что у меня не станет духу произнести их. Знаете, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего настигла наконец безнравственность. А мужчины от нее без ума. А я, право признаюсь, ничего не нахожу в ней. Манерно, нестерпимо. Ах, она статуя, хоть бы какое-нибудь выражение в лице. Ах, она манерна, ах, как манерна, ах, боже, как манерна. Я не знаю, кто выучил, но женщина, которой столько жеманства, я еще никогда не видела. Точно, она статуя, и бледна, как смерть. Ах, румянится безбожно. Ах, что вы, она мел, мел, чистейший мел. Милая, я сидела возле нее, румянец палец толщиной, и отваливается, как штукатурка. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку. Ну, позвольте, вы положите сами тряпку, как вы хотите. Я готова все сейчас лишиться детей, мужа, всего имения. Если у меня есть хоть капля, хоть тень, потом румянца. Что же вы такое говорите? Да какие же вы, право, я с сомнением гляжу на вас. Ну вот вам еще одно доказательство того, как она бледна. Я помню, как сейчас я сидела возле Манилова и говорю ему: посмотрите, боже, какая она бледная. Право, надо быть настолько бестолковым, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. Она, что прелесть. Ах, вы не можете себе представить, до какой степени он мне показался противным. До какой степени он мне показался противным. Однако же были некоторые дамы, что были неравнодушны к нему. Я? Уж никогда вы не сможете сказать этого. Никогда! Никогда! Да мы не говорим о вас, как будто кроме вас никого нету. Никогда! Никогда! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. Разве каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных? Уж извините. Уж позвольте вам сказать, что за мной потом скандалезности меня водили. За кем другим, разве? А уж за мной нет. Уж позвольте мне вам это заметить. Отчего же вы обиделись?
Видите, там были и другие дамы. Были даже такие, которые первые схватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе. К нам едет ревизор! Как?
Ладно. Вот не было заботы, так подать. Вот, вот, смотрите, пожалуйста. Я сейчас прочту письмо от Андрея Ивановича Чмыкова. Вот, пожалуйста. Так, вот. Любезный друг, благодетель. Заметь тебя. А, вот! Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с секретным предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Так как знаю, что с тобой водятся грешки, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Какое обстоятельство? Да. Обстоятельство такое необыкновенное. А зачем же к нам, Антон Антонович? Отчего же это ревизор? Зачем? Ну, уж и видно судьба. Да нет, я вам скажу, начальство даром, что далеко. Она у себя мотает. Мотает, не мотает, я вас предупреждаю. Так. Да, начать неплановую проверку. Артем Филиппович. Да-да. А, вы. В угодное заведение уж точно заведя посмотреть, чтоб колпаки у всех больных были чистыми. Можно и чистые надеть. И еще-то вообще нехорошо, что у вас нет абсолютно никакой понятия никакого. Кто как болеет, что за болезнь. У нас наше врачевание свои нет. Помрет, как помрет. Выздоровеет, так и выздоровеет. Ладно, в общем, все хорошо. Вязался вот этот вот ревизор. Проклятие. Вот приедет и скажет: о, а вот вы здесь, голубчики. Вот что куда. Где следующий почтай? Мы здесь. Значит так, уважаемые дамы. Давайте для общей нашей с вами выгоды. Любое письмо, которое приходит к вам в вашу контору, знаете, так немножко распечатать и прочитать. Ну, нет там никакого там донесения или просто переписывать. Знаю, знаю, этому не учите. Это мы делаем не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Очень уж мы любим узнать, что есть нового на свете. Я скажу вам, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи, а наседательность какая лучше, чем в московских ведомостях. Продолжайте в том же духе, и Почта России будет завидовать. Лука Лукич! О, да, да, да. Да, да, это мои извинения. Вы как главный по ученической части, сделайте так, чтобы ученики рожи не корчили. А то приедет ревизор и увидит это, и из этого черт знает, что может произойти. Вот тут вы очень хорошо подметили, вот да, но что ж мне право с ними делать, но они дают от доброго сердца. Ах, я выговор. Ну вот, мне одна вольнодумные мысли просто юношество мешать, понимаете? Да? И особенно я бы хотел вам сказать насчет учителя по исторической части. Понятное дело, что Александр Македонский герой, все такое. Стулья-то зачем ломать? От этого убыток казне! Да, да, извините, я ему уже несколько раз замечал, да, он горяч, но... Ну, не приведи бог служить по ученой части, ну, всякого боишься, всякому хочет показать. Ты тоже умный человек, вы понимаете? Чрезвычайное происшествие. Неожиданное известие. Приходим в гостиницу. Так, позвольте, я расскажу. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню. Не припомните. Припомню. Не припомните. Да скажите, господа, чтобы не мешало! Да говорите уже ради бога! Что такое? Мне же сердце не на своем месте! Там, в пятом номере, под лестницей! Молодой человек, чиновник, я же из Петербурга, а по фамилии говорит Иван Александрович Шестаковский. И едет, говорит, в Саратовскую губернию, и говорит, пристранно себя ведет, который неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Вот, скажешь, да? Туда скорее! Прескверный городишко! Эй, Иосиф! Чего это будет? Ну ты пойди туда! Куда? Ну, туда!
Да, там скажут, чтобы мне победы дали. Да нет, я и ходить не хочу. Как ты смеешь, дурак? Да так, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что обед вам не даст. Он вообще сказал, что позовет городничего, так как вы ему обещаны. Да как он смеет не дать, вот еще кто. Желаю здравствовать. Мой долг как городоначальник этого замечательного города, чтобы любой местный не постоялец оставались без никаких притеснений. Да что вы, что вы, я право честно заплачу. Не деньги из деревни пришли. И вообще это он виноват. Он меня голодом орёт. За что ж мне? Извините, я право не виноват. Позвольте мне с вами приехать в другую квартиру. Нет, нет. Я знаю, что значит на другую квартиру. Это значит в тюрьму. На кого вы имеете право? Как смеете? Я служу в Петербурге. Я буду жаловаться министром. Помилуйте, господи. У меня жена. Дочери есть, я за человека не знаю. Да что вы, я плачу, пока у меня нет ни копейки. О, тонкая штука, значит, да? Ну, если у вас, конечно, проблемы с деньгами, то пожалуйста, я готов служить. Мой долг как начальника помогать всем приезжающим на место. Позвольте показать нам, вернее, вам наш город. Вот видите, здесь у нас самое лучшее достопримечательность. Вот у нас больница, вот у нас замечательнейшая школа с отличным номером 666, прям как кладбище. Суд, конечно. Что вы скажете? Хорошее заведение. Не нравится, что у вас тут проезжающие все в городе. В других городах мне ничего не показывают. Дело-то в том, что у нас нет абсолютно никакого другого приближения, кроме как заслужить доверие начальства. Это выше всего. Осмелюсь представить вам мою семью. Жена и дочь. Пирайте. Как я счастлив, что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу, как вы. Да что вы, совсем напротив, мне еще приятнее. Как можно, вы так извольте говорить для комплиментов. Возле вас стоять уже счастье. Никак не смею принять вас в свой счет. Вам, наверное, после столицы дорога показалась очень неприятной. Чрезвычайно неприятно. Если бы, конечно, не такой случай, который меня так за все вознаградил. В самом деле, как он должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень даже приятно. Как можно? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. Чего же не заслуживать? Как по мне, сударыня, заслуживаете. Я живу в деревне. Да, впрочем, деревня тоже имеет свои пригорки, ручейки. Но кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, правда? Вы, наверное, думаете, что я только переписываю, но нет. Начальником отделения я на дружеской ноге. Это похлопает меня по плечу. Ну что, братец, победа? Я только захожу в департамент, чтобы сказать, это вот так. Что ж вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь. Мы стоим. Я не люблю церемонии. Совсем напротив, всегда стараюсь проскользнуть незаметно. И вот никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выхожу оттуда, вон уже слышу. Вон говорят Иван Александрович. Скажите как? С
хорошенькими актрисами знаком. Я и тоже разные водевильчики посматриваю. С Пушкиным на дружеской ноге. С Пушкиным? Да, с Пушкиным. Это похлопай его по плечу. Ну что, братец? Да так, братец, так как за все отвечает, бывало. Большой оригинал. Но теперь, извините, мне одно письмецо в Петербург отправить надо. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Как не ревизор? Совсем не ревизор. А узнали мы это из письма? Из какого-то письма? Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взяла, да и распечатала. Сама, не знаю, неестественная сила побудила. В одном ухе слышу: распечатай, распечатай. А в другом ухе: не распечатывай, пропадешь. И что же там? В том-то и дело, что он, ваш мнимый ревизор, не то, не сё. Как не то, не сё? Да как вообще вы смеете его называть ни тем, ни тем? Читайте. Спешу уведомить тебя, душа моя тряпичка, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня в карте пехотный капитан, так что трактирщик хотел меня уж было в тюрьму посадить, как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И теперь я живу у городничего, ухаживаю на прополу за его женой и дочками. Не решился только, с которой начать. Все мне взаймы дают сколько угодно. Оригиналность страшная, от смеха бегу умер. Ты, я знаю, пишу статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сильный мир. Не может быть, там не было этого. Читайте сами. Городничий глуп, как сильный мир. Срочные новости! Приехавший по именному повелению чиновник из Петербурга ждет вас, сей сейчас к себе. Он остановился в гостинице. Я вам про Костю не все рассказал. Бегите, барин, бегите. По точным наукам, грамматике и иностранным языкам. Наш был перед выпускным экзаменом. Я увлекаюсь рисованием, сочинительством. Да, общественная библиотека. И в лице я разрешил театр. Да, и в нем и автор, и декоратор, и костюмер. Лучший комический актер. Не надо это забывать. Да, за полмесяца научился носом доставать до верхней губы, изображая скупого дядьку. А в другой песне пихаю с министерства старика. Собираю все эмоции публики. Да. Я не слова. Только кряхтя. И кашляет. Да, но вершина твоей карьеры – это женская роль в комедии Фон Визина «Недоросль». Как говорил мой соученик Базилин, видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге. Моя пьеса удалась роль Простаковой, да? Как играем 16-летний Гоголь. Что ж, посмотрим, как пьесу сыграют твои ровесники. Thank you.
siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Если бы был один. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Тут целых шесть. Que más tú quieras, hasta cuando, как хочешь, hasta cuando, так и выбирай. Y así pasan los días. Никанор Иванович. Нидорян. Хотя... Худощав, конечно. Кисас, кисас, кисас. Иван Павлович. Тоже. Не дурен. Да если на то смотреть, то Иван Кузьмич. Хоть и не женат, а видно же. Ну вот и подскажите, как тут быть? Desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando. Vini, Baltazar, Baltazar, Vicha Shabakina. Hasta cuando, hasta cuando. Балтазар Балтазарович Ожигалкина. Мужчина с достоинствами. Такой славный. Во флоте служил. Как раз по тебе придется. Балтазар Балтазарович Ожигалкина. Повтори. Балтазар Балтазарович Ожигалкин? Да. Простите, можно выбрать меня, Ивана Павловича? Да, бери Ивана Павловича, смотри, какой мужчина! Важный, кстати, экзекутором служит. Видный. Толстый. Толстый? Вот однажды была такая история, он на меня закричал. Ты меня не дал выпускников, что невеста такая эдакая, ты мне скажи напрямик. Сколько за недвижимого и недвижимого? А я ему говорю. Столько-то и столько-то, отец мой! Ты еще и такое словцо вклеил, что не приличит сказать. Да, это должен быть важный господин. Бери меня, Никанор Ивановича. Малина. Малина. Прям-таки малина. Ага. Никанор Иванович. Не дурен. Хотя... Конечно, худощав. Худощав, худощав. Худощав. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж такой славный. Мало в эти двери не войдет. А сколько ему лет? Ой, да человек еще молодой. Ага, под 50. Да и 50 еще нет. Мамочка какая. А фамилия у него какая? А, ну, фамилия... Иван Павлович. Яичница! Это фамилия у него такая? Ну, да, фамилия. Подожди. Тогда, если я выйду за него замуж, то я буду зваться Агафья Тихоновна Яичница? Нет, мне такой не надо. Ну, подожди, подожди. Смотри, на Руси есть такие прозвища, что только прежде ты и есть. Да, слушай, это вообще еще цветочки. Нет.
Коле не нравится прозвище, так возьми. Бальтазар, Бальтазар, у тебя жива. А волосы у него какие? Хорошие волосы. Хорошо, а нос? Кривой нос. Хороший нос. И сам такой славный. Может, все-таки чиновника. Аким Степан Шпанчелев. Чиновник, титулярный советник. Немножко заикается только на то, чтобы тихий. Как что? Хороший. А чего вы сразу все чиновник да чиновник? Ты скажи, Камилочка, не любит ли он выпить? Выпить? Йод. Непрекословный йод. Что же делать, это он титулярный советник? Нет, мне не нужно, что мой муж пьет каждый день. Ну что ж, он у нас выпьет лишнего. Не каждый день ведь пьет. Но день выберется, и трезвые бывают. Чиновник будет лучше. Да не бери Алексея Дмитриевича. Солидный мужчина, будет намного лучше. Чиновник лучше? Нет, Алексей Дмитриевич намного лучше. Ну что ж ты пьешь, все равно лучше. Солярный советник. Алексея Дмитриевича. Чиновник лучше, ну посмотри, какой видный мужчина. Бальтазар, Бальтазар, почему? Иван Иванович, Бальтазар, Бальтазар, Иванович, Бальтазар! Уж как сложно выбрать. Вот если бы... губы... Никанора Ивановича? Да представьте, Сарико! Да сколько-нибудь развязности! Бальтазара Бальтазаровича? Да, наверное, народности Ивана Павловича? То я бы тотчас решился. Ладно, уж лучше всего кинуть жребий. На кого выпадет, на того не сможет понять это, да и не захочет. Вот они все и готовы. Осталось только положить их в редикуль и будь, что будет. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. А Иван Павлович? Иван Павлович дрянь. Все дрянь. Правда, они очень скромные. Какой скромный? Драчуны. Самый буйный народ. Охота ли вам быть прибитым на другой день после свадьбы? Нет. Так вы думаете, лучше Ивана Кузьмича? Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. А что вот с этими делать, с остальными? Скажите,
Скажите, что вы еще молоды, не хотите замуж. Да как же им так отказать-то? Да вы уж попробуйте. Ну как это сделать? Ну смотрите, если вы хотите покончить с этим одним разом, так и скажите. Пошли вон, дураки. Да как же я это скажу? Ну давайте порепетируем. Давайте. Ну давайте, давайте. Пошли. Дураки! Дураки. Ну больше чувств, больше эмоций. Давайте. Пошли. Вон, дураки. Дураки! Ну что это такое? Я не знаю. Ну как это? Давайте, сделать? Давайте еще. Давайте представим, что они все ваши жены. Прогоните их. Выгоните их все. Пошли вон. Дураки! Дураки! Пошли вон! Дураки! Ну, уже лучше, уже лучше! Пошли вон! Дураки! Да, вон! Вон! Хорошо! Да! Все пошли вон! Вон! Уходите отсюда! Вон! Все вон! Уходите! Быстро! Да! Уходите! Быстро! Да! Все отсюда! Все! Все! Летом я-то кататься в лодке. Да,
иногда со знакомыми прогуливаемся. Какое-то лето будет неизвестно. А желательно, чтобы было хорошее. Сударыня, вы какой-то стук больше любите? Который покрепче пахнет. Гвоздикусь. Да, вам учни тут цветы. Да, приятное занятие. А в какой церкви вы были в прошлом воскресенье? Я в Казанской, я в Вознесенской, а неделю тому назад был в Казанском соборе. Впрочем, все равно где молиться, в той или иной церкви только украшения лучше. Да, да, вы полностью правы. А вот скоро будет Екатеринбургское гуляние. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Через 22 дня. Какой-то смелый русский народ. Где? А вон штукатурщик стоит на самой верхотуре и штукатурит, и ничего не боится. Да как же так можно? Что такое точно? Да я каждый день хожу в департамент. Уж. Знаете ли, каждый день вхожу в должность. Какой кошмар. Вот по этой дороге буду. А что? А вы уже уходите? Да, я право наскучил. Нет! Как нет? Ну так если нет, то на чашечку чая. Как-нибудь в другой раз. До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Меньше месяца нельзя! Ты что?
Так мы ж в Санту уже заказали ужин, бревнотый. Брань себе. Послушай, Иван Кузьмич, мы ж тебе все это говорим не для того, чтобы подольститься, а просто из любви. Вот женись теперь, душенька. Да нет, вы что, прав не я. Иван Кузьмич, бабушка, милочка, ну вообще ли я перед тобой на колени встану? Ну вот, мы на коленях, Иван Кузьмич. Нет, право, нельзя. Встань. Свинья! Брони себе. Дурак, еще никогда на свете таких не было. Мы для кого старались-то? Для твоей, дурак, пользы, для твоей. Я не хочу ваших стараний. Ну так и ступай, черт! Ну и пойду. Да тебе и дорога. Ступай, ступай! Чтоб тебе там ногу переломило! Чтоб тебе какой-нибудь пьяный гвоздь там дышал прямо в глотку! Вот ну это... пойду! Вот ты иди! Иди к дьяволу, своему старому приятелю! Брат! Брат! Ну вот, вы есть ли на свете такой человек? Дурак! Это дурак! Кто мы для него? Нянька? Тетка? Кума, что ли? Зачем я себя терзаю? Пекусь о нем! Канаклая, подлая рожа! Моя воля, я б ему и в уши, и в глаза, и в зубы ищу какое-нибудь место. Но ведь самое главное, что с него как с гуся вода. А ведь невеста-то ждет. Невеста-то ждет. А ведь невеста-то ждет? Нет, я молодой еще. Молодой! А невеста ждет? Рано же! Рано помилуй. Помилуй. Я пришел объяснить одно дельце, но прежде хочу знать, не покажется ли вам оно странным? Так что же это такое? Нет, я должен знать наперед, не покажется ли вам это дело странным? Да как же от вас? Да чтобы странно было. Прошу вас, скажите, я боюсь, что вам оно покажется странно, это дело. Что же это такое? Пожалуй, это... Я объяснюсь как-нибудь другой раз. Ты хотел рассказать, ты что-то как-то сейчас сомневаешься. Не знаю, сомнение как-то берет. Боже мой, боже мой. Не видите вы, сударыня, он просит руки ваши, жить без вас не может существовать. Просто ли одно, не изволите ли вы его осчастливить? Да как же я, чтобы ее счастливить? А впрочем, я согласна. Согласны ли вы составить всему человеку счастье? Да, я согласна. Куда? А я женат, я женат. Yeah.
каждого лазать стыд, узнав, что рухнется мир, остался только ты. Тогда была я как на дне, но сказала ничего, меня ты делаешь сильнее. Пойдем со мной, не надо ждать, ведь от того, что суждено, никто не может убежать. Хочу облегчить твою боль, ты мне не должен ничего. Но вряд ли ты переживешь то, что я сделаю с тобой. Раз ты знай, я буду здесь, я не такая та, что хочу вида сожалеть. Тем моим приятелям, которые решили с чего-то, что я должен соответствовать этому идеалу. Дело твое проще и легче, которым должен подумать всяк человек. Дело твоя душа и прочее дело жизни.